Тем не менее, использование QR-кода на выборах ранее не практиковалось, хотя эта система – лучшая защита информации об итогах подсчета голосов избирателей на участках. Сейчас члены участковых избирательных комиссий проходят обучение. Они будут выполнять обязанности операторов по применению технологии QR-кодирования. Специальное программное обеспечение, разработанное Центральной избирательной комиссией России, уже изучили порядка 300 человек. Всего планируют привлечь 400. Технология довольно проста. Ее можно освоить за 1-4-часовой курс. Использование QR-кода поможет при подсчете голосов и обработке бюллетеней. Технология с машиночитаемым кодом применяется в городе Сочи и в Краснодарском крае впервые на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. На избирательных участках города Сочи данная технология будет применяться на 202 избирательных участках. То есть на всех избирательных участках, численность избирателей которых более 300 избирателей. Не будет данная технология применяться на 10 избирательных участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Сформированный с использованием специализированного программного обеспечения протокол позволит избежать ошибок и исключить распространение обычных бумажных копий. Все сведения поступают в систему ГАЗ-выборы. Она не связана с интернетом и исключает хакерские атаки. В сеть выводятся только итоги голосования. Их размещает Краевая избирательная комиссия.